нас мало времени, надо достроить домик. Вот эта вот хрень за мной ползала. Как ты здесь появился, а? Не похожи на меня. Дресня какая-то. У меня руки, ноги всякие тут. Их съесть можно. Интересно, пожарить их можно? А то что это я буду сырые ноги, они ж воняют. Так, а где веревка? Блин, костер потух. Я тут еду делаю. Ты будешь жареные шкварки из-под ногтей, ног, рук? Так, ей можно кидаться, ей можно бить. Прикинь, жареной рукой отбиваться от противника. А у тебя ХП снимается или нет? Чайка! Вроде снимает. Забиваем ее. О, я убил чайку рукой. Не своими руками. О, наконец-то рассвет. Все, я пошел на разведку. Макс, подожди, убери инвентарь. Лови ногу помощи. Так, трехногую не бьем, она хороший. Да, она за ней хорошо. Бегать не надо, она сама рано или поздно придет. Да нет, к ней можно подходить, просто без оружия надо. Ну да, но она даже и без оружия долгое время будет сторониться нас. Так, поставлю костерчик тоже, чтобы еду жарить. Все, нечего там из костров наблюдать. Макс, ну у нас с ней все могло сложиться. Я мирно подошел, посветил телефончиком. Зафоткал, быстро дикпик сделал. Дал понять, что мы состоятельные люди, у нас вон GPS, все дела. Да. Ну ладно, первое пристанище наше готово, в принципе. Сейчас сделаем еды, попьем воды и можно спать. Красота, благодать. О, Кевин отдохнул, пошел работать. Там, типа, сруби деревья, но он твой домик на дереве. Да, например, если ты сделаешь домик на дереве и никак его не огородишь, и скажешь ему зачистить территорию, то он зачистит территорию вместе со своим домиком, если он на дереве. Ну, мы-то умные стримеры, мы не эти вот все, которые... Лось умер. У меня почему-то в голове торчит копье чьё-то. Ты не подскажешь, чьё это копье? Это случайно. Показан. Когда будет 3 из 3, да, мы переночуем. Так, ну слушай. Я, в общем, где-то тут буду. Блин. Тоже ну вообще, хотел, да? Ну не, место красивое. Так, надо голову пожарить. А ты про придурка? Да, придурок тот еще. Он говорит сказать да. А, подожди, ты про папу? Не, я не про папу имел в виду, я про Кельвина. Сис, мы тебе поверим. Прям вот так вот еще могу. Изыди! Изыди, черное проклятие! Слушай, а ты чего крест? Я думаю. А, вон она как складируется хорошо. Сделать окон побольше, двери там и прочее. Ну. Как ты все можешь? Че, прям такой маленький, да? Нет, нормальный. Вообще огонь. Пушка. Квартира, студия в Москве.
Келвин опять пропал. Ну ладно, подумай, что санузел на кухне будет. Почему? Я санузел просто жопу в окно вытащу и все. Нафига мне вот это вот извращение? О, построил. Не, не построил. Плюс не забываем, что эта игра, ее модят в том числе. Другое что-то добавят. Где-то говорили, типа, через 2 годика вернуться, будет замечательная игра. 100%. Ну ладно. Да, размести ее там. Надо было, наверное... Она убежала, короче, обиделась на меня. Я к ней со всей любовью. Так, у нас мало времени, надо достроить домик. Зашибись ты, тварь. Вот помните, я говорил про вонючий ты полупокер, блин? Где этот? Просто пипец. Просто пипец. Я так просто... Бревна не нужны? Короче, нет, бревна нужны, иди в жопу, блин. Я буду строить дом здесь, а ты... Смотри, и ох, и знаете, что он делает сейчас? Он типа, молодец, ну, показывает палец вверх, все нормально получилось, и прилег отдохнуть.